Всем привет, друзья! С вами Елена. По просьбе наших подписчиков готовлю сегодня салат с фасолью. Обожаю этот салат за простоту приготовления, за вкус, за то, что его получается очень много. И вот особенно у кого свои огороды, сады, кому некуда девать овощи, вообще это такой запал, это такая вкуснота. Советую обязательно приготовить этот салат лобио. Я даже иногда с ним готовлю суп. Очень вкусный. Посмотрите, какой сытный, ароматный. Ароматный, прелесть. Готовим вместе. Горячим раскладываю по баночкам. Для салатов подойдут помидоры не кондиция, вот с такими, с какими-то пятнышками можно их убрать, обрезать. Нарезаю так, чтобы нам было удобно перекручивать в мясорубке. Такими кусочками. А на крупные решетки я перекручиваю томаты в пюре. По своему желанию добавлю вот такую изюминку. Если любите, то добавляйте остринку. Чили-перчик, он небольшого размера, примерно 10 сантиметров 5. Перекручиваю вместе с томатами. Перец для лобио желательно взять красный. Если нет возможности весь взять красный, но несколько штук возьмите обязательно, чтобы у нас салат получился очень ароматным. Нарезаю полукольцами. В объемный таз выливаю растительное масло. Выкладываю лук, я его порезала такими полукольцами. Если достаточно крупные головки, то можно даже четвертями порезать. Выкладываю и обжариваю лук. Во время обжарки лука его несколько раз перемешиваем. Жарю на самой высокой температуре, чтобы дело шло быстрее. На крупную терку натираю морковь. Лучок у нас стал прозрачным. Выливаю томаты. Добавляю соль. Соль беру специальную для засолки. Сахар. Выкладываю морковь. Перемешиваю. Добавляю перец. Дам нашей смеси закипеть. Огонь у нас выставлен самый высокий. Никуда не отходим. Помешиваем, чтобы у нас ничего с вами не пригорело. Овощная смесь наша закипела. Выкладываю в нее фасоль. Фасоль я предварительно замочила и отварила до готовности. Замочила на ночь и отваривала, знаете как, минут 40. Смотрите, от, как говорится, от сорта фасоли. Но самое главное, чтобы она не переварилась. То есть такая должна быть в меру сваренной. Ни в коем случае ее не солим. Выкладываю в общий таз. Перемешиваю. И понижаю градус варки и провариваю 1 час вот с четверки на двойку, так чтобы у нас здесь как бы наша овощная смесь тушилась. Секаю время. Красота, аромат какой стоит. Вот это летний букет. Вкуснота необыкновенная. Обязательно приготовьте. Порционность хорошая. Много получается. У кого особенно свои сады и огороды, свое хозяйство. Почти час готовился у нас салат. Давайте посмотрим, какой он у нас стал. Вот поближе показываю. Уварился, стал погуще. Фасоль не разваренная. Очень хорошо приготовлен. Выкладываю в него лимонную кислоту для консервации. Если будете сейчас кушать, то лимонную кислоту можно не добавлять. То есть выложить себе тарелочку, положить без лимонной кислоты. Выкладываю томатную пасту для цвета, перемешиваю и провариваю еще 5 минут. Горячим салат раскладываю по стерильным банкам, значит, баночки хорошо промываю, ставлю в духовку на 100 градусов и выдерживаю там минут 20-30. Никогда такая стерилизация меня не подводила. Наполняю доверху и закрываю крышками. Крышки хорошо мою и заливаю кипятком. Пользуюсь только новыми. Плотно закрываю. Баночки ставлю под теплый плед. Одеяло на всю ночь, чтобы они у нас хорошо доготовились, как говорится, дошли. Салат обалденный. Желаю вам обязательно приготовить салат по нашему рецепту и поделиться со своими подругами. Поднимаю палец вверх и подписывайся на наш канал, чтобы не пропустить следующее видео.